Златов свои 63 года даст фору многим молодым. Сидеть на месте она не любит и не может, поэтому когда появился шанс окончить курсы старший специалист, она, не раздумывая, им воспользовалась. Спортсменка и просто красавица, уверена, люди ее возраста еще много пользы могут принести обществу. Мы все-таки за свою жизнь, работая в разных сферах, приобрели больше опыта, какой-то мудрости, чем молодые. Но и мы тоже амбициозные. Какими мы были в молодости, мы остаемся такими и как бы и сейчас. Вот таких умудренных опытом специалистов часто ищут работодатели через кадровое агентство «Надежды». Они более стабильные. Эти люди, они не уйдут через месяц-два, либо они скажут, что я хочу развиваться здесь, я уже вырос до какого-то определенного момента. Да? Им интересна стабильность, заработная плата, пусть даже невысокая, но им это интересно. Организаторы проекта уверены, люди пенсионного возраста могут и дальше профессионально развиваться и продуктивно работать. Это настоящие специалисты, эффективные для коммерческой компании, что они могут приносить прибыль, результат. Они конкурировать будут с молодыми специалистами, со всеми сотрудниками. А для них не будет особенных требований и поблажек тоже. Злата – экономист по образованию, но давно мечтала найти работу, связанную с общением. И сейчас она получает колоссальное удовольствие от того, что может быть полезной людям. А организаторы проекта «Старший специалист» уже осенью проведут новый набор на курсы.